начинается родина. Фаршированный перец кто-то жарит, варит. Собак привел с собой. Идти, его мать, отпустил. Вон. Смотрите, сколько людей ходит. Че ходят? Вот этот отель, то есть отель, господи, кафе вот это убрать вообще нахер. Было бы замечательно, вид был бы классно здесь. Не работает, занимает место. Куда ты меня тащишь? Волгограду привет! На Дзене, Ютубе. Вот подписчики. Канал у автора спрашивают, как называется. Ну что ты будешь делать? Это ради подписчики. Нулевой этаж. Тоже все есть, чебуреки. Когда уже сказал, я поеду. Смотри, рыжий, какие чебуреки висят, прикольные. Совы всякие, зайчики. Утята. Квадрат танцует, женщина, 78-й год, квадрат. Асса, пошла жара, короче. Хинкали нарисовался. Это шедевр. Это шедевр просто. Пятиминутку дал рыжику попрыгать по траве. Обрадовался. Виды здравые. Wellness spa. Так и называется, wellness spa.
Ну что, распрощался со своими собаками, Рыжик? Некоторые проходят, смотрят, но у меня же на морде всегда такой умняк. И, наверное, стесняются, боятся подойти. Вот сама вышла на Рыжика. Лиса покоцанная. Ты осторожно себя веди, слышишь? Сторож. Сторож с Рианды. Стоя недовольна. Ну, людей предостаточно, я вам скажу. Саша, вот кафе это. Ну что, идем дальше. Наверное, мы напрямую пойдем через парк и там домой пешком пойдем, наверное. Возвращаться тоже далеко. Вот так вот скромненько присели. Сулико, что ли? Где же ты, мое Сулико? Рыжико. Пришли на Анапку. Собака на балконе маленькая тявкает. Вот еще одна. Ветерок слегка дует, но мне это нравится, когда ветерок, не жарко, нормально. Пойдем, Рыжик, в ту сторону. Его бы убрать и сделать, как было раньше. Селфи делали вот, вот здесь. Был отличный вид. И ровно тысячи лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули в разных местах, мы идем ставить кофе. Блин, туда бы Рыжик и лицо бы туда воткнуть бы. Было бы так смешно. Смотрите, жена какая и муж. Да. Я представляю жизнь этого мужика с такой женушкой. Легче сдернуться, блядь.
ништяк здесь. Запахи от кальяна такие. А блюда какие видели. Можно слюнять тут захлебнуться и не уйти с пляжа с такого. Рыжик в море купается. Как вода, Рыжик? Как водиться? Опять он тут фируля какие-то нарисовывает. Ну, кувыркнись, кувыркнись. Все, все? Не будешь кувыркаться? Вода, между прочим, чистая. Вот и прогулялись мы, Рыжик, с тобой, да? А то в магазин пошли. Ходить полезно. Или ты не рад уже, Рыжик? Да я что-то по-своему хочу походить. С тобой как-то, ну, вообще никак. Прогулки. Ну, вообще никак. Не собачьи эти прогулки. Молодец, Рыжик, молодец. Истинный турист. Переулок Черноморский. Идем мы по нему. Рыжик, ты хоть говори, что я с тобой. А то стою с края, как черт. Они все... Это Рыжик? Я говорю, да. Привет, Рыжик. Как дела, Рыжик? А я стою, как чертила, блядь, в стороне. Так что, Рыжик, маякни, что я с тобой. Вот здесь вот есть то, что мне надо. Он до 21 работает. Пойдем, Рыжик, на ту сторону, три остановки проедем, на набережную снова поедем. Так далеко туда идти. Полковника никто не пишет. Блин, я снимал без этой. Офигеть. Вот сейчас ее включил. Сейчас плавненько все, да? И перемещается плавно. А снимал вам, ходил без нее. Музыкант поет.
кораблик отходит. Время уже 8, слушайте, а эти еще работают. Церковь уже, ворота закрыли, все. Ну надо же. Я не интересовался даже ни у кого, почему так рано она закрывается, не знаю. На Кирова. Стабилизация называется. Без нее снимал, забыл включить. Ну, много собак задавили? Нет? Ни одной? Молодцы. Ты покинь меня. Все, батарейка села, короче. Мы идем с Рыжиком домой. Вот столы, такой огромный стол. Видите, темно снимает. Все, батарейка села. Я только телефон забрал из дома. Без камеры не стал брать. Мы же в магазин шли. А здесь купаются еще. Да. Здесь люди. А сегодня какое число у нас? 30-е. Я рус. Сегодня последний день. На вывод меня не пускают деньги. Там... Нет. Есть деньги, он не пускает. Типа ошибка. Там все правильно. Ошибка. Все, сети больше нет. Нижний Новгород? Нижний Новгород, привет. Ну, счастливо отдохнуть вам. Спасибо. Да. Узнали, да? Вот этот аппарат, доска, на которой плавает. Не, просто снимаю. Вблизи ни раз не видел. Вижу, плавают, а вот первый раз вижу. А цена какая? А? Час можно поплавать или как? Да. У нас школа по электросерфингу. Мы обучаем. Ну вот на нем сколько? 5000 час. Час? Да. 5000. Спасибо, будем знать. Что еще у вас есть? Доски есть, да? У нас доски, да. Ясно, спасибо большое. Приходите, обращайтесь. Угу. Вот эта штука стоит того, чтобы вы на ней попробовали. Я со стороны наблюдал. Я приближал камерой близко. И прям вот это ее сопровождал. Мне так нравится, как она идет по морю. Красиво. Она летит, она парит.
А аккумулятор на сколько хватает? На 2.5 часа. Нормально. Нормально, спасибо. Пожалуйста. Пошли, Рыжик. 5000, ничего себе. 5000, да? Всем спокойной ночи. Все смотрим на Дзене, только ставим лайки, комментируем. +20 градусов показывает на табло. Собака не прогулка, невроз полный. Сейчас, блядь, собака сцепилась с ним. Он вроде стоял на месте. Тоже на поводке. Как это? Сцепились. Грейн кафе. Что там? День рождения справляют, что ли? Столы? Девушку живую бы. Рыжик, я понимаю, тебе тоже не в жилу со мной ходить. А что сделаешь? Законов столько поупустили. И меня закроют, а тебя. Вот мы и на Пушкинской. Вот так полубоком ходит, понимаете? Вот в кусты тащит, так полубоком ходит. И вот постоянно надо его тащить сюда. Тащить его сюда надо. Вилла так и стоит бесхозная. Вилла Ротар София. Кендриш надо купить. Блин, табак они взяли с производства, сняли. Ну, зачем, я пойму. Кофе беру. Виноград, дыня, все это фигня. Закрыто, ёпарасота. Ну, вот как обидно, а. Ну чё вот это было? Ты чё было? Фу, Рыжик, фу. Блядь. Ты не обращай на него внимания, он пошел бы дальше, сам рычишь. Курига аппаратуру настраивает. Ну-ка давай. Иди своей дорогой. Ага, ну это Рыжик. Ну все, до свидания. Пошли мы с Рыжиком в магазин. Оказались на набережной.
Сегодня день был пасмурный, мы дома везде сидели. Идем, рыжик. О, не могу я уже, вот цветы нюхают.